Но дело в том, что на самом деле надо идти в суть дела, что эта территория была незаконно выделена из паркового комплекса. Здесь вообще не должно быть никаких слушаний. Это просто парк. То есть они просто людей начинают запутывать. Когда люди приходят, они говорят, что это парк. Изначально было сделано, мы подняли документы, в 2014 году это было выведено из паркового комплекса. А тогда, если это парк, тут никаких здесь ни при чем, здесь слушание. Это просто парк не строят. Тем более церковь, тем более дети гуляют, а здесь, извините, выносят покойников отпевать. Поэтому у нас здесь выходит, вот как-то это нас объединило всех. У нас есть круглосуточные дежурства. У нас с утра у нас приходят люди, которые с собаками. Они охраняют здесь всю территорию. Потом выходит мама с детьми, они буквально ложатся. У нас они хотели КамАЗ выбросить просто на людей. Они хотели здесь сделать дорогу. Люди стали, они стали переворачивать КамАЗ. Если вот только милиция бы не подошла, бы их не остановила, я не знаю, что бы здесь было в этом раз. Мы здесь поставили свои машины. Мы перегородили все подъезды. Или вот где вот они подходят, там к сожалению, как отметил в своем обращении святейший патриарх, все ушло далеко из правового поля. Были грубые оскорбления святейшего патриарха, грубые оскорбления храма, церкви, священнослужителей. Это, к сожалению, тоже присутствовало. Было много непонимания. Вот эти 7 дней, да, приблизительно, вот с четверга, с 18 числа, к счастью, те, кто находились на территории храма, охраняли ее от вандальных незаконных действий, они беседовали много. Я тоже очень много говорили с людьми, мы вывесили информационные щиты. Так что, к счастью, эти дни они не прошли напрасно. Очень много людей поняли, что здесь происходит, какие правовые основания нашего нахождения и строительства имеются. У нас имеется вся разрешительная документация. Нет такого документа, которого бы у нас не было. Много говорится о судебных слушаниях, но нужно тут сказать, что ни постановление Бабушкинского суда, ни потом апелляционное решение Мосгорсуда ничего не говорят ни о строительстве, о запрете на строительство, ничего не говорят об отмене публичных слушаний. Поэтому у нас находят все основания правовые совершать производство работ по строительству храма. Хочу напомнить, что земля в Москве, вот нам в частности, выделена как конкретная цель строительства храма. Поэтому мы просто не можем не строить храм. И сейчас Святейший Патриарх в своем обращении сделал жест доброй воли. Потому что так, у нас все законно, у них протесты. И для того, чтобы люди поняли, что к их мнению прислушиваются, да, что все хотят решить по-человечески, по-христиански, вот вы видите все люди, которые защищали территорию храма, оставили площадку. И мы ожидаем такого же понимания со стороны участников пикета и надеемся, что все дискуссии будут перенесены в суд. Тем не менее, приезжали депутаты, приезжал депутат Мосгордумы, он поднимал все документы, у них не хватает там чуть ли не половины документов. Он подходит, вызывает начальника милиции, говорит, документов нет, остановите, беззаконие. Это же просто беззаконие, начало строительства без документов. Никакой реакции от полиции, просто никакой реакции. Он говорит, пишите заявление, мы через 30 дней рассмотрим. Через 30 дней они здесь все поставят. Поэтому люди стали просто живущими. На основании наших документов нам должны были обеспечить наши права, оградить нас строящуюся площадку. Но поскольку просто мы не хотим строить храм, но через конфликт, через какие-то, может быть, насильственные силовые действия,
хотим, вот как видно из обращения Святейшего Патриарха, чтобы действительно дух мира, дух любви преобладал, то вот предпринята вот эта попытка примирения такая. Они с их стороны, вот эта организация 40 шагов, она чисто, я не знаю, как я не могу сказать, но там ребята настолько крепкие, здесь с нашей стороны тут пенсионеры, женщины, разные чего-то совершенно. И все эти акции пытаются совершиться где-то ночью, когда людей становится мало, люди уходят спать. Вот, поэтому мы тоже подготовились, когда они пытались нас ставить цепью, просто выдавить силой. Люди вот сверху этажей начали дежурить у нас просто. У нас такая система сделана, что они начали всех обзванивать. В течение 3 минут у нас здесь высыпало человек 50. Они просто остановились, они такого не ожидали. Да, конечно, нужно понимать, что такие убежденные противники строительства храма, они останутся, они не переменят своих убеждений. Но уже то, что конфликт уйдет с улицы, уйдет в суд, уже то, что все жители увидят, что действительно, если нельзя договориться, то можно хотя бы обсуждать цивилизованным, человеческим, добрососедским образом свои разногласия и приходить к какому-то пониманию, к какому-то решению. Это уже будет, конечно, большая победа всех нас, всей нашей страны, всех граждан нашей страны. Потому что, конечно, единство страны – это великое дело. Великое дело. Потому что у нас, конечно, разные люди живут в нашей стране. И понятно, что все могут высказывать свои мнения,